Что-то я уже забыл, чего делать. Где-то внизу, да? Ключ. Это же ключ от камеры Фритьев. Hey! Я от Гунборг. У меня и у твоих родичей одна цель — реликвии. Мне одной хватило, чтоб ее... Из-за нее я ослеп. Да, блядь, где все время теперь? Таскать надо. Отсюда, и я скажу, где куда она? Они ходить не умеют. Идти можешь? Я слепой, а не безногий, но один неверный шаг, и я искупаюсь в лаве. Тогда я тебя понесу. Фритьев, сиди тихо. А ты смотри, куда идешь. А еще реликвии здесь есть? Не знаю. Слепой калека, бля. Звездам ты цела. И я цел, все хорошо, ну, относительно. Так тебя тоже освободили? Хватит болтать, где реликвия? Не терпишь приземленных бесед? Так вы дверги других и не ведете. Ха-ха-ха, недурно. Что ж, спущу тебя с небес. Реликвию забрали дети Муспеля. Думаю, унесли во дворец. Что это за вещь? Да чтоб я знал. Как только я вытащил ее из земли, полыхнул такой яркий свет! Это последнее, что я видел. Да я не об этом. Зачем она нужна? Кроме как ослеплять бедных двергов? Не знаю. И эти дылды тоже. Вот и потащили во дворец их проклятому ученому. Дворец — это твердыня огненных великанов? Смекаешь? Давным-давно там работал Ивальди. Теперь там Эйнар. Скотина. Твоя реликвия у него. Эйнар. Бити сонам, Эйнар. Он предатель. Дверг, но служит великанам Муспеля. Не верь ни единому его слову. И если выпадет шанс, убей его. Мне решать, кому жить, а кому умереть. Где этот дворец? Если мы еще на раскопе, его должно быть видно. Взгляни на юг. Такой скромный домик на громадной горе. Ничего себе домик. Ну что ж, я заберу реликвию. А ты что будешь делать? Тебе-то что до этого? Как там тебя? Если солжешь владыке Асгарда, тебе не поздоровится. Ты? Так ты... Ух ты ж! Слушай, мне скрывать нечего. Мы пойдем в убежище, встретимся с Гунборг. Что ж,
Если не врешь, наши пути больше не пересекутся. Наконец-то от этой дебильной парочки отделались. Ого. Это мы тут гуляли, да? Это все далеко. Бегали, прыгали, поплыли. Давай, врубай. Мотор. Ну а тут что хотят? Сайда средняя. А, спасибо. Еще и рыбу ловить. Пойти люлей ему дать, если получится. Сейчас прокачаемся немножко. Сколько? 124.
Так, так. И навыки. Что у нас тут осталось? Оглушение. Это что? Защита одной рукой. Нет, я настоящий викинг. Топор и щит. Так. К ним надо залазить или залетать? Нужен ворон. Покажи. Это ж пипец залазить туда. Ну да. Стоят, охраняют. На самый верх туда шизануться. А у вас лифта нету, а? Да, реликвия, вон она. Вон они охраняют ее, зараза. Отсюда какая-нибудь тварь вылезет по-любому. Даша, ошибись. Зашибись. А, вон ворон, вижу, окей. Круто. Этой горе нет равных. Если Фритив не лгал, дворец на ее вершине. Пятку поменять. Меня раздражает высота этой горы. Будь мы в Асгарде, ее бы давным-давно сравняли с землей. Или попробовать без ворона. Давай, мистер пятки.
Окей. Так, этот шар куда-то поставить надо. Допустим. Вот так возьмем. Не, не хочет. Кошак, отвали. Так, ладно, пусть будет пока так. Фу, бля, кошаки, чё с вами тут, а? Совсем долбанулись. Это пиздец какой-то. Не буду я тебя гладить, бля. Иди ты нахер, бля. Здание, да. А теперь пойдем в то главное здание. Сейф пройдет. О, отлично. Лезь ты, ёлки-палки, это пипец какой-то. Ты так и будешь влево-вправо прыгать? Да. Бля, как лучше сделать? Абэс, оборвал. К троллям тебя! Бля, не вышло. Это что, не заметил, что ли? Че, реально не заметил? Ты тормоз? В натуре тормоз. Блин, тут очень много этих.
Может, пятку взять? На всякий пожарный. Нахер мне этот ворон? Мелкому умнику скоро конец, если он не поймет, как пробудить реликвию. Эйнарда, он же глуп. Я бы с радостью сбросил его вниз. Ты чё лежишь-то, блядь? Стрелял. Слышь, пироман херов. Иди-ка ты покури там отдельно. Ключики. Везде хотят ключики. Где ключи? Ключи где? Внизу. Так, стой ровно. Сейчас портрет снимем. Молодец. Ложись рядом. Ворон тут есть, этот есть. Где ключ? Я где-то тут видел ключ. Или мне показалось? Ключ где-то внизу. Пятка. Ключ взяли. Здорово. Здорово. За шум. Неужто это сын Сурта? Мне тогда нужно цветы есть. Сейчас мы ему цветов подарим. Шучу, конечно. Ладно.
время боя что-нибудь придумаем. Что это за шум? Неужто это сын Сурта? Хуюрта, бля. Да гном там мелкий, блядь. Пытается, наверное, что-нибудь там сделать. Ты подвел меня в последний раз. Ты не понимаешь, а нет, сын Сурта, да. Реликвия пуста. Бесполезна. Способ пробудить я ее. Я искал его везде. Но в записях Ивальди путаница. И уверяю я... Назначение! У нее одно назначение. Привлекать всякий сброд! Хера, бля. Так, что мне нужно? Семерка, что ли? Бля, он сильный. Здорово, чуваки. Дамы, господа. Господа и дамы. Перевод кривоорудий, бля. Поехали. Мёртвый, сука, бля. Winter is coming, бля. Вместе мы справимся. Вместе мы справимся, да. Winter is coming, бля. Гном, иди нахер. Ты чё-то там... Так, а там шестерку надо будет. Проклятие! Чё? Скажи, куда сын Сурта унёс реликвию? Я не могу. Просто... Так! Кто ты? Хави из Асгарда. И твоя судьба в моих руках. Отвечай, или я оставлю тебя на растерзание Турсом. Нет, я могу помочь. Ты знаешь, куда открыл врата Глот? В хранилище. Я проведу тебя туда, клянусь. Я слушаю. Говори быстро. Хранилище запечатано древней магией, но я знаю, как туда попасть. Ты поможешь достать реликвию? Да, но это не главное. То, что происходит в самом хранилище, куда важнее... Они скоро будут здесь. Можешь идти. Да вы заебали, блядь, реально, блядь. Ничего. Тех нанести надо. Давай я тебя сразу пристрелю туда. А я его сейчас скину вниз, блядь. Вперед. Лучше бы я остался с Глотом. С Глотом? Обормотом. Не сдохни. Так не ставь меня под удар. Эй! Откуда вы появились? Исчезли. Опять кнопку перепутал. Хави, ты что это делаешь? Иди нахер. Одни предатели. Я ниндзя. Делаю дорогу. Дорогу. Что у нас тут осталось? У нас тут этот остался. Где это?
сам вверху. Хочу. Гном, жди. Меня опять выкинули вниз, а я сейчас буду ломать игру. В плане... Иди в баню. Захочешь идти, сам пойдешь. Да, бля, это нечестно. Вас перебил всех. Где мой доспех, блядь? Повторим. Че? Плохо вам? Плохо чувствую? Слышишь? Вместе, да, вместе. Все будем делать вместе. О, это у вас канониры. Сожгу тебя! Давай. Я же... Или я не брал его? Почему я не брал его? А, потому что я ключ, да? Денис, Денис, какой ты внимательный. Ключ взял, а я... За сундуком забыл сходить. Чё? Всё? Давай в угольках там. Плавай. Я сожгу тебя! Еще один. А, это ведьма. Она их призывает. Пора с ней разобраться. Эгегей, да. Вот так вот. Да, она их призывает. Зараза. Окей. Стрелы, стрелы, дайте стрелы. Так, ну чё? Ещё одна где-то тут. Семьдесят восемь вниз. Откуда вы, блядь, берете?
честь, сукины дети. Сколько я в тебя должен пустить стрел? Гном, ты где? Нет, гном, я тебя потерял. Да пипец. Ты тупой. Я тут. Красава, блин. Вообще так смачно зашел. Дом, ты где? Где сукин сын? Турса уже близко. Пойдем. Че тут валяешься? Давно бы уже дошел бы. Пора идти. О, славно! Сейчас тот сундучок возьмем еще. Ты сказал, что поможешь мне. Говори как, предатель. Не называй меня так! Поваляйся. То, что я трудился на благо турсов, не значит, что я предатель! Лишь глупец чится оспорить очевидное. Предатель, я чувствую ложь до того, как ты отвлечешь. Нахер, блин, иди. Я умру. Вперед. А, лучше бы я остался с Глодом. Так. Нам куда? Вниз. Мы тут спустимся с тобой. Можно тебя скинуть вниз? А, так, ради интереса. Блин, да Эйвор, ты серьезно? Ой, блин. Побудь здесь. Что? Куда ты идешь? Да, прикольно. Погоди, сейчас мы его скинем. Кинулся сам, блин. Давай его сейчас скинем тогда. Это вот долбаного гнома. Блин, вот любители они, блин, потаскать. Ты что это делаешь? Что я делаю? Сейчас ты увидишь, что я буду делать. Ты не позавидуешь себе. Ты еще тут? Тут еще, да? Готов? Пора идти. О, славно! Прикольно ты падаешь. Я умру, этот проклятый. Да, я умру, этой проклятой горе. Бля, гномы прикольно падают. Пойдем. Вперед. А, лучше бы я остался с Глодом. Останешься сейчас. Здесь должно быть безопасно. Ты серьезно? Настолько близко к горе? Здесь турсы точно отыщут нас. Тогда рассказывай все, что... Ты три раза уже упал.
Слышь, дятел, говори. Слушай, давай. Же, нам нужно бежать! Так беги. Могу пиндель дать. Говори по делу, предатель. Не зови меня так! На все есть причины! Но твоим умишкам их не понять! Тебя слепят злоба, безумие, тупость и... Выбирай-ка слова, Дверг. Или умолкнешь навеки. Мой сын... У них, у Дурсов. Я служил им, чтобы спасти его, понимаешь? Освободи его. И я сделаю все. Даже отведу тебя к тайнику Глода. Нет! Сын. Мой сын. О, мой сын. Что они с тобой сделали? Руки прочь! Тебя хотела пощадить она, а не я, гнусный ты подлец! Замолчи! Бальдер не посмел бы говорить со мной так. Ты лишился глаз. Хочешь, чтобы отрезали язык? Мне нет дела до Двергов, но пришлось спасти аж троих. Вы можете драться? Ах, конечно, нет. Значит, послужите мне иначе. Ты мне должен. Мы еще поговорим, но сперва нам нужно помочь асам попасть в тайник древних. Что ты... Ты вообще понимаешь, о чем говоришь? Тебе нужен будет... Солнечный камень, усиленный должным образом. Сын, если так мы сможем избавиться от Турсов... Эх, значит... Выбора нет. Хорошо. Один солнечный камень стережет Онарторг. Принеси его на Хвергельмирмюльну, и я выкую то, что нам нужно. То есть трудиться опять мне? Ладно. Солнечный камень стережет Онарторг. Этот торговый городок давно заброшен. Ищи меня на Хвергельмирмюльне. Мы переплавим этот камень так, как нужно. Я воин. Кузнец ты. Камень я тебе принесу. Мои глаза будто заживают. Я... Не верится, что я просил тебя убить отца. Окей. На все ради тебя, неблагодарный ты пес. Но он все равно служил нашим врагам. Брать силу ворона, не брать. А, их там летает по обстоятельствам. Ладно. Пока так, окей.